На картодроме Омского отделения ДСАФ России гонки. Картингисты со всей Сибири приехали разыграть медали 5-го этапа чемпионата, первенства и Кубка Сибири. В рамках турниров гонки в 6 классах. В классе микро стартуют самые маленькие участники. Возраст спортсменов от 6 лет. В классе мини гонщики чуть постарше, до 10 лет. Я люблю скорость, потому что мне нравится вот управлять. Но тяжело. Я думала сначала, что будет легко, а потом оказалось тяжело. А какие сложности? Ну, руль тяжело, не так, как на машине легко там, а здесь тяжело прям. Надо одну ошибку вот в моем классе сделаешь, все уже, ты последний, тяжело вообще. Кому легко? 980 метров круг. И таких несколько, в зависимости от класса. За участниками наблюдают сразу 11 арбитров. Это главный судья, два судьи-фактора, следящие за каждой погрешностью картингистов, и наблюдатели по всей дистанции. Их 8. Так что большая скорость строго в рамках правил. Это, во-первых, выполнение регламента соревнований, который у нас существует. Это время стартов, количество кругов. А то, что судьи на виражах, это отдельные люди, которые конкретно судьи фактора, которые судят конкретно данный участок, который ему вверены. Ну а у нас общее руководство и смотреть за тем, чтобы все гонщики, которые у нас катаются, соревнуются между собой, чтобы они соблюдали все правила спортивной этики. Особое внимание к карту под номером 81. За рулем болида девушка. Яна Боронина из Ачинска конкурирует с парнями в двух классах. Ракет 120 и Ротакс Макс Юниор. Мой папа занимался этим спортом. Ну и я тоже захотела. Принципиально выигрывать для вас вот парней? Ну нет, это так просто, ну как развлечение. 2 дня ушло у участников турнира на то, чтобы все-таки понять, чья школа картинга сильнейшая в Сибири. Но пока ставить точки над Ираном. По итогам сезона можно будет дать ответ на вопрос, а чемпион-то кто?